Дозвольте, представлю, Світлана Стригуль, обласний позаштатний дитячий фтизіатр, завітала до нашої ранкової студії. Доброго ранку, доброго кажемо дня. вам. Отож, одразу таке запитання, яке найпоширеніше захворювання легень у дітей? У детей заболевания органов дыхания, если смотреть по структуре заболеваемости, то самое распространенное – это, конечно же, заболевания верхних дыхательных путей. То есть, как банально родители считают, простуда, медицинские – это острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей, это риниты, этифарингиты, синуситы, трахеиты, трахеобронхиты, дальше заболевания нижних дыхательных путей – это легкие. То есть в основном это вирусная этиология заболеваний. Если присоединяется осложнение при протекании вирусной инфекции, это бактериальные заболевания легких. Я хотіла зупинитися на такому захворюванні, як дитячий туберкульоз. Давайте одразу, яка його різниця між дорослим і дитячим? Тому що я читала, вважається, що у дітей складніше виявити це захворювання. Правда це чи ні? Дело в том, что у детей бактериальные формы туберкулеза, то есть заразные формы туберкулеза, встречаются от 5 до 30%. То есть если это дети младшего возраста, то выделение микобактерий туберкулеза где-то до 5% всего лишь. То есть из 100 деток только у 5 мы можем выделить бактерию туберкулеза. А если это подростки, то это уже может быть до 30, до 40, даже до 50% может быть выделение бактерий туберкулеза в окружающую среду. А дело в том, что подтверждение заболевания туберкулезом, то есть мы должны подтвердить, что это именно туберкулез, то есть выделить возбудителя, бактерию туберкулеза. Именно поэтому и есть сложность подтверждения диагноза у детей. А на что треба батькам звертати увагу? Вот, можливо, якщо щось запідозрити, щось не так, от які вот вони такі перші симптоми, розумієте? Основные признаки, да, заболевания туберкулезом. Это когда появляется субфибрильная температура. Субфибрильная – это небольшая температура, 37,2 температура, которая может держаться не целый день, а только подниматься к вечеру. В основном пик повышения температуры – это к 17 часам дня. Это утомляемость повышенная, слабость, потливость у ребенка в основном в ночное время, снижение аппетита, похудение. Если это детки раннего возраста, то может быть задержка в развитии ребенка, то есть он плохо прибавляет в росте, в весе. Это покашливание, причем не сильно, вот как при простудных заболеваниях, при трахеитах, бронхитах у ребенка частный надсадный кашель. При туберкулезе в основном это покашливание, редкое покашливание. Поэтому все эти признаки, вот, которые я перечислила, они в основном характерны для многих простудных заболеваний. И родители довольно-таки редко думают именно о заболевании туберкулеза Абсолютно. У ребенка. Так, правда же? Вони дуже схожі, і, наприклад, на захворювання ендокринної системи у дітей, да, там, втомленість і так далі. Конечно. И такие грозные симптомы уже, как кровохарканье, появляются только уже в поздних стадиях заболевания у ребенка. А зачастую туберкулез у детей вообще протекает без всяких жалоб. То есть ребенок совершенно активный, подвижный, хорошо прибавляет в весе, хорошо учится, не кашляет. И заподозрить туберкулез именно по каким-то внешним признакам абсолютно невозможно. Что для этого делать? Треба на профилактические огляды ходить? Как часто это делать? Конечно. Профилактические осмотры в нашей стране проводятся раз в год. У детей до 14 лет проводят, с 4 до 14 лет проводят туберкулинодиагностику ежегодно. Угу. Один раз в год, так называемая проба МАНТУ. О, от да. до неї ми підійшли. Проба МАНТУ, ви знаєте, дуже часто відмовляються батьки її робити, кажуть, що вона або шкідлива, або не корисна. І от давайте так, якщо вона позитивна, це означає, що дитина є носій бактерій туберкульозу, і якщо негативна, давайте трішки зупинимося. Ви знаєте, все не так просто. Ну, почнемо з того, що батьки відмовляються, да? Так, дуже часто. Так, да, дуже часто. В принципі, зв'язують з чим це. От у нас якесь час назад була дуже виражена противовакцинальна кампанія, коли проти вакцин були осложнення, і, к сожалению, в настоящее время бывают осложнения после вакцинации. Поэтому родители очень негативны, настроены всему, что вводится в организм ребенка. Но я хочу сказать ответственно, что туберкулинодиагностика – это совершенно не вакцинация, это не вакцина. Это проба, это не профилактика, это проба. Почему-то все
все люди спокойно ходят к аллергологу ставить аллергопробы. Так. А ведь проба манту – это та же самая аллергическая проба на наличие в организме бактерии туберкулеза. Угу. То есть она совершенно не несет никакого вреда организму. Да, могут быть какие-то общие проявления после проведения пробы манту. Например, повышение температуры, может быть, какое-то недомогание. Но это как раз вот для врача момент насторожиться, что этого ребенка надо обследовать более углубленно для того, чтобы уточнить, есть у него туберкулез или нет. Если говорить о пробе, положительное, отрицательное, да, ну вот все здесь не так просто. Это не кажется, просто, хотелось бы сказать, что отрицательная проба – это отсутствие туберкулеза. Положительное – это значит, есть туберкулез в организме у ребенка, но это, к сожалению, не так. И только врач-фтизиатр может разобраться в этом очень досконально, потому что на интерпретацию этой пробы влияют очень многие факторы. Влияет и возраст ребенка, и наличие или отсутствие вакцинации против туберкулеза, и наличие сопутствующих заболеваний в организме ребенка, и уровень иммунитета у ребенка. Так скажем, вот если взять ребенка до 7 лет, если он был вакцинирован БЦЖ, то у ребенка должна быть положительная проба манту. Она говорит, да, она говорит о том, что у ребенка выработался иммунитет. Есть иммунитет, но единственное, надо наблюдать за этой пробой, смотреть. По мере взросления ребенка проба должна угасать, она должна становиться меньше, да? То есть идти на убывание. То есть иммунитет уменьшается, но положительная проба – это нормально. Если положительная проба у ребенка уже более старшего возраста, прошел какой-то период после вакцинации, и она резко увеличивается, то, конечно, это уже говорит о том, что в организм попала бактерия туберкулеза. Если, например, ребенка не вакцинировали, то отрицательная проба говорит о том, что в организме нет бактерии туберкулеза. Но у ребенка с иммунодефицитом выраженным она не будет об этом говорить. То есть ребенок просто не может среагировать на эту пробу. И в основном, если говорить, например, о ВИЧ-инфицированных детках, то у них преимущественно отрицательная проба манту. Хотя даже уже может развиться туберкулез. Слушайте, ну так, бы, то есть это должно быть прерогативой доктора. Да, доктор, абсолютно. Самі, да, родители не могут судить о причинах. І висновки робити взагалі, тим більше, що стосується здоров'я. Мало, на жаль, дуже часто таке питання від матусі та оглядачів, хто найчастіше хворіє? От є хто в зоні ризику чи ні? От що стосується дітей в цьому плані? В зоні ризику чи будь-хто може захворіти, да? Взагалі може, звісно, заболіти любий. Я чому говорю? Так, тому що раніше казали, що це хвороба там бідних, от як зараз, будь-яка дитина. Конечно же, є основні групи ризика, які поліють туберкульозом. В першу чергу, це люди, які контактують з больними туберкульозом, особливо, якщо є в сім'ї такий больний, то, звісно, у них риск розвитку заболівання буде намного вище, ніж у остального населення. Це, звісно, люди, у яких знижен імунітет, так називаємо медицинські групи риска і соціальні групи риска. Медицинські – це люди, от, у яких якраз дітки, у яких положительна проба манту, резко на растает. Угу. Она так называемая гиперергическая, это 17 миллиметров, это очень большая проба манту. Это дети, которые ВИЧ-инфицированы, у которых снижен, резко снижен да, иммунитет. Так. Это часто болеющие дети, которые болеют 7-8 раз в год. Это дети с респираторными заболеваниями, пневмониями, рецидирующими бронхитами, бронхиальная астма, сахарный диабет. Зрозуміло. То есть... Тобто, вот я, знаете, хочу підсумувати нашу розмову, що треба слідити за своїми дітьми, за їх симптомами і звертатися вчасно до лікаря. Зокрема, от, до фтизіатра я вам хочу щиро подякувати, Світлана Стригуль, обласний позаштатний дитячий фтизіатр була в нас в гостях. Дякую вам, що через нагадали цю дійсно завжди актуальну, завжди важливу інформацію.